сейчас проведем, потому что германцы сильно за. Да? И тут вдруг на последние там, две недели развиваются события. Европейский Союз говорит Еврокомиссия, а почему-то Россия ведет переговоры с каждым страном, Польша, Швеция, Дания. Слушайте, по-моему, Трамп нужен как трофей в этой схватке. Очень короткий, может быть, примитивный вопрос. Почему же раньше об этом не подумали? Где? Здравствуйте. Да, ведет эфир Майкл Наки. В этот раз, помимо нас двоих, в эфире никого нет. Сегодня без гостей. Но это не значит, что будет как-то хуже или скучнее. И... не каждый раз так везет, как в прошлый раз нам повезло. Да. Но постараемся выдать своими силами. Посмотрим, всю кто в какой раз окажется все-таки снова с нами, кто будет достаточно интересен, чтобы присоединиться к нашему с вами тандему. А вы, уважаемые слушатели, все так же можете влиять на эфир, можете присылать ваши смс по телефону +7 985 975 45 45 и писать в твиттер-аккаунт.